По поручению главы района Александра Семерякова, его первый заместитель Владимир Забураев провел совещание по контролю строящихся объектов. Их несколько. Здание архива, расположенного по улице Первомайской, детская школа искусств, центральная детская библиотека, сквер по улице Турчининова. О ситуации доложил Андрей Киселев. Есть ряд объектов, по которым срок выполнения работ подходит к завершению. Это сроки 1 сентября, у которых установлено и чуть дальше. Это связано, это объекты у нас такие, как идет архив, это библиотека, это улица Кордонная, шоссейная Егорова, это поручение губернатора, и благоустройство общественной территории по улице Турчининова. В ежедневном режиме мы проводим совещания по объекту архив. Там на сегодняшний день работают две подрядные организации, одна из которых выполняет работы по внутренней отделке ООО «Спутник» и выполняют работы по устройству фасада, это ИП «Бирюля». На совещании присутствовали и представители подрядных организаций. Они доложили, что из-за пандемии идет задержка доставки некоторых стройматериалов, но подрядчики постараются закончить все работы в срок. Владимир Забураев дал поручение усилить работу на объектах, чтобы все было готово вовремя. Лилия Саакян, Александр Байванов, телекомпания «Лаба».